Работа, в которой ты настраиваешь на старт, как на, не знаю даже, что это сравнить, на бой насмерть. Ты выходишь просто убивать. Затем я выиграл чемпионат мира. Я человек, который боится высоты. В общем, я помню, что я шел, вот, грубо говоря, слева склон. Я просто втыкался вот так вот глазами в камень какой-нибудь, чтобы не смотреть туда. Я шел просто таким вот образом, чтобы не видеть то, куда нужно ехать. Всем привет! Вы на канале Альпиндустрия. Сегодня у меня в гостях Егор Белоусов. Это профессиональный спортсмен, который занимается трейл-раннингом, бегом с препятствиями и является чемпионом мира в этом виде спорта, а также ски-альпинизмом. Егор, привет! Расскажи о своем пути в спорте. Как ты начал им заниматься? Какими видами спорта ты занимался? Ну и вообще, как ты сейчас пришел к тому, что занимаешься вот трейл-раннингом, ски-альпинизмом, бегом с препятствиями? Это очень интересно. Ну, на самом деле, с детства, наверное, все мое детство, в принципе, было в такой спортивной среде, потому что мой папа тренер, заслуженный тренер России по самбо и дзюдо. И я, в принципе, вырос в зале борьбы. Вот, обитая в зале борьбы довольно большую часть времени, каким-то образом, я не помню, как уже я очутился, но там соседство был зал гимнастики спортивный. Я уж не помню, как я туда перебрался, но как-то я оказался там. Вот, я пару лет позанимался гимнастикой, а потом все-таки я перешел уже снова в борьбу, уже официально. Наверное, пару лет я проборолся и лет с 12 я ушел в лыжные гонки. С лыжными гонками я тоже, в принципе, был знаком. Это уже благодаря дедушке. Дедушка меня тоже все мое детство вытаскивал на лыжные прогулки. Там прицеплял к себе какими-то там веревочками, чтобы мне полегче было за ним топать. Вот, он мне подарил мои первые лыжи. И так вот получилось, что с 12 лет я уже записался в лыжную секцию, в которой, в принципе, я, наверное, задержался максимально долгое время. И любовь к лыжам, и всей циклике, она пошла именно вот с тех пор. Вот, лыжи были прям плотно до 2008 года, пока я не упал с велика, не травмировался. И пришлось на какой-то период в большей степени уйти в беговую историю. Пришлось больше бегать, у меня был перелом ключицы, там небольшая травма головы. Вот, я начал бегать чуть больше, чем раньше. И таким-то образом у меня разделился мой лыжный сезон, остался только зимой. В летний период всю лыжную подготовку я оставил постольку-поскольку. Она стала чуть второстепенной, и в летний период стал просто бегать. Вот, и всегда, честно говоря, было интересно, и всегда меня в какой-то степени тормозило тот факт, что чтобы быстро бегать, нужно сушиться реально, нужно, чтобы ты был сухой, чтобы ты был с минимальной мышечной массой. Вот, но при этом мне всегда нравилось, чтобы выглядеть, блин, реально круто, мощно, как все лыжники, как и все такие ребята, которые занимаются воркаутом. Вот, и мне все время была такая борьба, потому что я там в весенний период или там зимой набирал массу, а к лету приходилось, чтобы быстро бежать, все это скидывать. И вот эти постоянные качели были, и на самом деле я, уже заходя вперед, был так рад найти именно тот вид, в котором я сейчас, разгонки с препятствиями, потому что здесь мне как-то удается соблюдать вот этот баланс, эту гармонию физического развития, которую я, на свое мнение, на свой взгляд, считаю идеальной. Потому что есть и сила, и ловкость, и выносливость. То есть все самые, наверное, топовые качества, они присутствуют в данном виде. Вот такая моя история, да, сейчас уже вспоминаю твои слова, вспоминаю твой вопрос. У меня уже, наверное, за плечами и ски-альпинизм с этого года, трейл-раннинг, шоссейный бег, лыжные гонки и, конечно же, гонки с препятствиями. То есть такой послужной список, который я
стараюсь тащить за собой везде. А какую роль сейчас спорт занимает в твоей жизни? Я, наверное, скажу просто, спорт для меня это и есть жизнь. Потому что этим я живу, этим я дышу. И просыпаясь, там даже не просыпаясь, даже ложась спать, я уже жду завтрашнего дня, чтобы пойти что-то делать. Покататься на велике, побегать, походить по горам. То есть любой вид активности, от которой я получаю удовольствие. Я действительно уже жду этого там с вечера, думаю, быстрее поспать и снова двинуть. Поэтому спорт для меня это все. Спорт для меня это все то, что меня окружает. Люди, в целом обстановка, то есть, ну, по сути, все то, что вот формирует меня в моменте здесь и сейчас, все это, я считаю, что сформировано именно спортом. И я благодарен и родителям в том числе, которые там в один момент, когда мне было запрещено заниматься спортом, да, было такое, что они не пошли на поводу у врачей и дали шанс мне, дали шанс моему организму попробовать, то есть они, мы все наблюдали, мы все смотрели в динамике, попробовать выкарабкаться из этого состояния, и я им за это очень благодарен, что они не стали зарубать на корню. Поэтому спорт для меня действительно это жизнь, это все. И я думаю, что я из тех людей, которые останутся с ним максимально долго. А скажи, в чем различается подготовка? Трейл-раннинг, гонки с препятствиями, ски-альпинизм. Это же абсолютно разные, по сути, виды спорта. Ски-альпинизм, там вообще надо уметь кататься. Вот расскажи, как ты готовишься и в чем нюанс? Разница большая на самом деле, потому что в каждом виде есть своя специфика. Да, если рассматривать базовый период, то это, конечно же, там создание большой аэробной базы, силовой базы. И все это будет усиливать нас в каждом из этих трех видов, из этих трех дисциплин. Но углубляясь глубже, уходя глубже, все-таки хочется показать хороший результат. Мы сталкиваемся с множеством нюансов, со спецификой данного вида спорта. И я действительно это вот сейчас ощутил на себе, погрузившись в такую дисциплину, новую для меня, как ски-альпинизм. Я тоже думал, что, ну, господи, на лыжах забирать-то делов. Но, черт возьми, я, наверное, только к концу сезона более-менее прочувствовал, что это. То есть мой организм перестроился плюс-минус до тех вот кондиций, до той формы, которая позволяет показывать более-менее похожий на результат. Но, опять же, с моей позиции, что такое результат. То есть, когда я чувствую, что у меня организм позволяет бежать, позволяет тянуть. Вся зима прошла просто вот, ну, наверное, для того, чтобы этот опыт накапливать. Вот, поэтому, возвращаясь к специфике и к отличиям, гонки с препятствиями. Да, это тот же трейл. Это, может быть, кстати, помимо трейла и шоссейный бег, как вот у нас проходил сейчас чемпионат России в Парке Победы. И это действительно шоссейный бег, который бежится в карбонах, в карбоновых кроссовках, там по 3.0, по 3.10 скорости на километр. Поэтому тоже вот такая некая своя уже особенная история. И, конечно, препятствия отличают гонки с препятствиями, именно препятствия, именно их наличие, их техника прохождения. Сейчас мы уже, наверное, дошли до того, что раньше можно было прийти из любого вида спорта, более-менее, который шел вровень по функциональной подготовке, вровень по беговой подготовке, это лыжи, это легкая атлетика, и ты мог себя более-менее неплохо чувствовать и в гонках с препятствиями. Тебе должно было хватать силы, какой-то ловкости, выносливости. Сейчас это уже становится такая специфика, что если ты не тренируешь технику прохождения препятствий, скорость, силу, ты не покажешь ничего. Сейчас какие-то пошли уже безумные скорости, пошли скорости не только ногами, но и прохождение препятствий. Это прям одно-два движения, прыжок, то есть все пролетается вот на раз-два. Но это красиво. И если вы еще не видели, что это такое, то
Обязательно как-нибудь придите либо к нам на соревнования, либо откройте YouTube, и это правда там довольно зрелищно. К скиальпинизму я бы делал акцент все-таки на подготовку в горах, потому что без нее там довольно-таки сложно. Все старты проходят в горах, в высокогорье, в среднегорье, поэтому как минимум необходима акклиматизация, необходима адаптация, акклиматизация, необходима очень хорошая горнолыжная подготовка, которой у меня нифига нет. Вот, я съезжаю абы как, съехал и слава богу. Вот, ну и даже если говорить о том, чтобы быстро забраться в гору, тоже есть свои нюансы технические, есть очень большие нюансы по экипировке, как показала практика. То есть все топовое, оно очень легкое, все то, на чем я начинал, весит довольно прилично, и бегать в этом, ну прям архисложно. В этом можно ходить. В этом неплохо ходится, но чтобы бежать, требуется все-таки другая экипа, требуется другая снаряга. И, конечно, тренировки в горах. То есть только в гору, только вот это именно специальный бег, специальная работа с лыжами, с палками. Плюс очень важны нюансы именно по перестежкам. То есть да, мы им тоже уделяли очень много времени. И там в соотношении, наверное, тренировок горнолыжных, функциональных, и перестежек, но это, мне кажется, было перестежки занимали процентов, ну, 30 времени точно. То есть почти каждая вторая тренировка – это перестежки, потому что на них время тратишь довольно много. Это когда, да, ты снимаешь комуса, это ты когда снимаешь лыжи, переходя в режим бега. Все это снова нужно надеть, заклеить. И ты можешь быть очень круто готов функциональными ногами. Ты можешь безукоризненно ехать со спуска, но если ты долго перестегиваешься, долго снимаешь, кому-то наклеиваешь, ты тратишь просто свое же драгоценное время, которое практически нереально отыграть функционально. Расскажи, а чем ты вдохновлялся, когда начал заниматься скиальпинизмом? Потому что это новый вид спорта для России, и вообще мало кто им занимается, и мало кто про него что знает. Я только их вижу на соревнованиях, что у них такие узенькие лыжи по 700 грамм, и думаю, как они на них катаются, а у нас там лопаты по 2,5 килограмма. В первую очередь, это любовь к лыжам самим, а во-вторых, это любовь к горам. И это, наверное, как раз послужило тем фундаментом, который и повлиял на мой выбор заняться зимой именно этим видом. Я всегда стараюсь чем-то разнообразить подготовку и с точки зрения физиологии, и с точки зрения ментального переключения, потому что мозг и нервная система утомляются от циклики, утомляются от однообразной нагрузки, и зачастую именно нервная система начинает нас лимитировать. Поэтому на зимний период я всегда стараюсь заняться чем-то другим. Обычно беговые лыжи. В этот раз меня пригласили ребята в скиальпинизм. Вот. Это, блин, новый для меня вид, в котором уже... Кто меня звали, наверное, уже года как два. Вот. И здесь я все-таки поддался, решил попробовать. Ну, правда, классно. Тем более я еще понимаю все-таки всю составляющую скиальпинизма, что это довольно большой объем аэробной работы в горах, который просто служит, опять же, очень крутой базой для меня на весь мой предстоящий сезон. И поэтому мне интересно, как и для моей подготовки на мой беговой сезон, так и в частности сам вид, как лыжи, бег на лыжах в гору, горные лыжи съехать вниз. То есть это тот вид, который максимально интересен и с точки зрения функционального развития, и в целом просто покуролесить со спусков, особенно когда кататься не умеешь. Весело. А какие у тебя любимые места? Вот трейл-раннинг и скиальпинизм. Где ты любишь больше всего тренироваться, куда выезжать и где больше всего тебе нравится? Поляна и, конечно, это Эльбрус. Мой любимый, который остается любимым и в зимний, и в летний период. Это место, куда я там возвращаюсь уже последние лет 7, наверное, с пропуском всего в один год. И в этом году я туда собираюсь опять ехать зим летом. Как раз ЕВР, наше мероприятие, которое действительно я с 17 года пропустил, наверное, всего один раз. И это такое, говорю, место, которое... Я отхожу от темы. Вот. Это действительно место, которое... в которое я кайфую. И Эльбрус, и сам фестиваль.
трейл-раннинга, который проводит Альпиндустрия. Это место, в котором собираются все друзья, все знакомые, которых мы можем, с которыми мы можем не видеться целый год, даже если они живут в Москве, там, не знаю, на соседней улице. Но там встречаемся, и там общаемся, и это очень крутая такая своя кулуарная обстановка, атмосфера. Поэтому Эльбрус для меня это прям такое родное нечто, куда я и зимой, и летом готов приезжать и получать удовольствие от процесса. И да, вот для меня как раз я открыл для себя поляну, тоже мы прям с огромным удовольствием там походили. Но сам понимаешь, что любой курорт, мягко говоря, недолюбливает тех людей, кто не пользуется канаткой, и тех людей, кто еще прется, черт возьми, по склонам, по которым все едут вниз, по ним прутся наверх. Это же небезопасно. Особенно для тех, кто хорошенько выпил и поехал. Поэтому мы так, скрипя зубами, ну не скажу, что это происходит довольно-таки расслабленно и прям кайфово. То есть приходится постоянно где-то уговаривать, спрашивать, а можно, а нельзя. И все равно нет такой свободы передвижения, свободы действия, которой хотелось бы на всех курортах. Такой вопрос пикантный. Как ты совмещаешь свою личную жизнь и тренировки, а также соревнования? Слушай, ну судя по тому, что я без кольца, видимо, никак. Никак на самом деле, потому что я не знаю, я офигеваю от людей, которые умудряются работать, заниматься спортом, еще заниматься семьей. Как вы это делаете, откуда у вас столько времени, я просто в шоке и восхищении, потому что я не могу. Я, наверное, такой человек, который по жизни эгоист, и пока не представляю, как это делать. Возможно, когда появится семья, когда появится человек, ради которого я готов буду как-то сменить свои приоритеты, возможно, я по-другому скажу. А есть ли у тебя какие-то кумиры, ребята, за которыми ты следишь? Я, например, там слежу за разными фрирайдерами, там Ричард Пермин, Каллум Петит. Читаешь ли ты какие-то статьи, которые они пишут, либо какие-то видео выкладывают? Интересуешься ли ты этими людьми? Ты знаешь, я не смотрю прям пристально за этими ребятами, которых я сейчас назову, да, но мне просто нравится та эстетика, та легкость, с которой они делают то, что делают. Это, конечно же, из мира гонок с препятствиями, OCR, легендарный Джонатан Альбан, ставший уже чемпион мира по трейл-раннингу, уже, конечно, сделавший все в OCR, перешедший в трейл, выигравший и TMB. Вот, это, конечно же, Киллиан Джорнетт, и это, конечно же, Реми Бонне. Вот, именно то, с какой легкостью они все делают, прям меня действительно восхищает. И там визуально, когда ты, знаешь, есть ролики, где показывают там, типа, как видишь ты себя со стороны и как выглядит на самом деле. Вот когда ты бежишь такой, 80-килограммовая туша, там в подъем, и представляешь себя таким, да, такой ланью. Визуально представляю этих ребят, которые там весят килограмм по 65, наверное. Поэтому да, именно вот такая картинка меня действительно восхищает их результаты. Но, говорю, я не смотрю ни их тренировочные планы, я не смотрю ни то, что там, как они делают, что они, какую схему устраивают, потому что у них, я считаю, что совсем другая жизнь, совсем другая среда обитания, и совсем другие условия, поэтому ну, нет смысла пытаться копировать все то, что делают они. Вот. Мы чуть в других реалиях живем, и я выбираю для тебя просто вот это именно такую визуальную составляющую, наслаждаться, мотивироваться именно этим. Какие виды тренировок ты используешь? Я вот, например, перед сезоном начинаю делать бёрпи, все лето играю в баскетбол, занимаюсь скалолазанием, но это абсолютно не помогает во фрирайде. А ты как с этим справляешься? Да, на самом деле у меня нет каких-то прям четких кренов, потому что я готовлюсь 365 дней в году, поэтому в целом подготовка такая функциональная,
аэробная, она присутствует всегда. Всегда присутствует силовая работа, всегда присутствует, как это в фитнес-мире, кардио принято озвучивать. Вот, поэтому, говорю, я лишь добавляю некую специфику. Подходя к альпинизму, я добавляю больше элементов и больше движений тех, которые требуются там. Это, ну, скажем так, специфичный бег с палками, это ходьба с палками. Если рассматривать трейловый бег, то палки, как правило, я уже убираю. Вот, ну, опять же, здесь в зависимости от периода, от этапа подготовки, от того, какие старты на кону, добавляются различные скоростные работы, интервальные, то есть, ну, в целом система подготовки, она плюс-минус одинаковая, просто говорю, с некими нюансами и уходами в ту или иную специфику, по-другому ее никак не назовешь. Это зимой, когда были морозы, благо, что я поставил себе дома станок, и ребята подогнали, спасибо им большое, велостанок. И поэтому, когда были морозы, там под 25 или 27, я пару раз вышел на лыжах походить. Такое себе удовольствие, учитывая, что камуса нифига не клеится в такую погоду. То есть тебя хватает буквально на пару подъемов, и дальше камус просто вот он отваливается. Поэтому я спокойненько сажусь на велик, сижу, кайфую в тепле. Поэтому погода все равно влияет. То есть для меня там не столь страшен дождь, как мороз. Снег, ветер, да, неприятно, но я стараюсь относиться к ним как к элементам, которые способны сделать тебя сильнее. Потому что вся эта слякоть, вся эта грязь, они, во-первых, делают тебя с точки зрения именно физики. Тебе необходимо использовать силовой бег, тебе необходимо включать довольно большое количество мышц-стабилизаторов, которые будут тебя удерживать. Плюсом ко всему, это развивает тебя именно ментально, что ты, для тебя это перестает быть чем-то стрессовым. Соответственно, на любых соревнованиях, оказавшись в таких условиях, ты воспримешь их как норму. Если ты эмоционально, если тебя это эмоционально цепляет во время гонки или перед гонкой, если ты начинаешь уделять этому внимание, как-то цепляться за погоду, за какие-то такие вот нюансы, я считаю, что все, ты уже обречен на провал. Сейчас такой вопрос интересный, он про питание. На нем, мне кажется, весь YouTube держится, как похудеть правильно, какая нужна диета и так далее. Как ты питаешься? Ограничиваешь ли ты себя в еде или ты ешь все подряд, все равно все сгорит? В целом я ем все. Точнее, я могу есть все. Это будет точнее сказано. Но я не ем, конечно же, все подряд. Я стараюсь есть максимально, как ее обозвать, максимально натуральную еду, то есть это будет мясо, это будут овощи, фрукты, это будут какие-то макароны, крупы, вот, из такого разряда. Большая часть состоит мое питание, я, конечно, стараюсь его там максимально где-то разнообразить, включая даже разные виды мяса, это может быть там говядина, свинина, баранина, курица, рыба, креветки, то есть стараюсь не зацикливаться на чем-то одном, чтобы, опять же, разные виды белка, разные виды питательных веществ, разные источники питательных веществ были в рационе. Я могу съесть какие-то чипсы, я могу выпить пиво, но это не системная история. Это будет, не знаю, раз в месяц. Чипсы уже не помню, когда последний раз ел. Просто не хочется, и когда задумываешься о том, что все то, что ты съедаешь, формирует тебя, как кирпичики, как такие составные части, элементы, которые тебя строят, с этим как-то вот это отбивает желание сажать какую-нибудь какашку. А расскажи, как восстанавливаешься после соревнований, после тренировок, как отдыхаешь, как делаешь так, чтобы мышцы расслабились, может быть, ментальные какие-то тренировки? Я на самом деле стараюсь просто поспать, поесть. Со сном получается так себе, конечно. Но, как показывает практика, это самые лучшие вот такие составляющие восстановления. Это сон, это еда. Все остальное, все дополнительное, массажи, физиопроцедуры, все это уже лишь дополнение, действительно. Если у вас не хватает сна, если не хватает нормального качественного питания, то никакие массажи, хоть это моя прямая работа, конечно, я должен что-то как-то их пиарить, вот, но действительно, никакой массаж не спасет, не поможет. Поэтому в первую очередь это сон, это питание, это отдых. Такой. И я стараюсь, как я говорил, что стараюсь иногда сменить вид деятельности, пойти покататься на велике, просто
поваляться где-то тупо на солнышке. Такое тоже может быть. Вот, то есть я уделяю большое внимание своему самочувствию. И если у меня там стоит сегодня в плане какая-то тренировка, но я понимаю, что я не готов ее выполнить, и я ее не выполню так, как я хотел бы, либо я ее корректирую, либо я просто ее не делаю вообще. Вот, исключительно, что человек еще тоже рабочий, поэтому иногда, как я говорю, что мое восстановление проходит не совсем идеально, не совсем так, как хотелось бы, потому что бывает такое, что отбежишь соревнования, приходишь домой и еще там часов 6 работаешь. И это, конечно, не самое лучшее восстановление, не самый лучший такой путь для того, чтобы набраться сил. Мне бывало и такое, да, что я работал, пока я работаю, у меня ребята уже там бежали эстафету. Я понимаю, что вот, ну, я работаю, понимаю, что вот, они уже побежали. Я такой, ага, все окей, вроде успеваю. И там я выбегаю из дома, понимаешь, там пошел уже там какой-то там этап передо мной. Ну, как раз я пока добегу, успею размяться. Поэтому, да, блин, слушай, я кайфую от того, что есть возможность совмещать и работу, и спорт, потому что, наверное, если было бы в моей жизни что-то одно, это было бы скучно, это было бы... Я бы не смог это в полной мере оценить. Потому что когда у тебя есть и то, однажды с большим креном в одну сторону, в другое время с большим креном в другую сторону, ты начинаешь ценить эти вещи, мне кажется, больше, чем когда у тебя есть полный безлимит в спорте. То есть, ну, как бы, ну окей, да, и что ты этим теряешь ценность. Расскажи о разных технических навыках и чем они отличаются. Например, вот скиальпинизм, трейл-раннинг и гонки с препятствиями. Смотри, сравнивай, опять же, как правило, люди в трейлране приходят с шоссе. Поэтому первое, на что стоит обратить внимание, это все-таки силовая подготовка. И это развитие тех мышечных групп, которые будут участвовать в трейле. Это мышцы-стабилизаторы, это мышцы... все-таки, ну, трейл — это более такой силовой бег по пересеченной местности, где требуется чуть больше диапазон двигательных навыков. Поэтому, да, это силовая работа. Это адаптация мышц, связок к этому виду. Это какие-то координационные упражнения. Это упражнения на баланс. Использование того же там слэклайна, подушки боссу, какой-то еще балансировочной подушки. Потому что трейл раннинг, что гонки с препятствиями, что тоже скиальпинизм. Выезжая во фрирайд на этих тоненьких лыжах, ты понимаешь, что по сути, тот баланс, который ты будешь держать, ты только за счет него и держишься. То есть стоит тебе чуть наклониться вперед, ты просто утопаешь в снегу. Стоит наклониться назад, тебя сразу же выкидывает, и ты летишь. Поэтому для трейла и гонок с препятствиями, для бега тебе очень сильно нужен баланс именно по одной оси, как ты балансируешь вправо-влево. Это могут быть камушки, это могут быть какие-то узенькие тропинки, в которых тебе нужно оставаться. Для скиальпинизма и горных лыж тебе очень востребован баланс твой передней-задней оси. А какие соревнования вот по трейлу, по скиальпинизму больше всего запомнились? Дистанция 33 Эльбрус, мне понравились Бизинги, и мне понравился был трейл, он проводился всего, по-моему, один раз. Ее проводили в Дагестане, в селе Куруш. Это очень прикольное место, очень такое... Там собралось, наверное, человек 50 всего лишь на забеге. И он, наверное, мне больше всего оставил впечатление в плане условий проживания, где мы жили, и того, как мы бежали. Мы стартовали ночью, и это, наверное, был мой первый и единственный забег в горах, который я стартовал ночью и встречал рассвет именно вот в горах. И это был такой кайф. Потому что ты бежишь, и вот это восходит солнышко, все начинает постепенно оживать, освещаться первыми солнечными лучами, а ты находишься прям практически на границе с Азербайджаном, прям вот буквально там в 50 метрах. Блин, это прям вообще восторг был. Вот, наверное, эти вещи самые такие, то есть
Мне кажется, никакой забег в Подмосковье не заменит гор. А любой горный забег — это всегда наслаждение, всегда удовольствие. Говорю, опять же, просто того, что ты там находишься уже. А как ты справляешься со стрессом? Потому что я с ним не справляюсь. У меня подкашиваются ноги, темнеют в глазах, когда я стою на старте, вот на фрирайдных соревнованиях. А ты как справляешься? Вот, например, когда бежишь, и это же все равно тяжело, и это стрессово. Ну смотри, можно здесь разделить, поговорить о стрессе, который нас ожидает именно перед стартом в плане соревнований, и о том, как, что я делаю, как мотивирую себя для выхода на тренировку. Вот если говорить про тренировки, то честно, мне порой даже себя приходится, наоборот, сдерживать, потому что я понимаю, что я сделал накануне какую-то сильную работу, а мне хочется пойти еще что-то поделать. Честно, у меня нет прям проблемы с мотивацией, потому что я кайфую от самого процесса. Порой соревнования для меня это такие дни, когда приходится себя ограничивать. Как правило, там за пару дней до старта еще какой-нибудь получать окошко в плане там времени, когда ты можешь пойти погулять, покататься на велике, то есть пройти какую-то активность, но ты не можешь, потому что у тебя вот старт там через 2 дня. Я такой, блин, как назло. Да, поэтому у меня нет проблем с мотивацией, честно говоря, даже. Поэтому не знаю, что здесь конкретно посоветовать. Единственное, у меня был период, сейчас вспомнил, да, когда было тяжеловато. И я для себя находил такое описание, объяснение, такую мотивацию, что, в принципе, бросить проще всего. Но если я захочу через 2-3, через год, месяца, через 2 года снова начать заниматься, я понимаю, что мне захочется бегать так же, как я бегал. Я буду расстраиваться, если я так бегать не буду. Но вернуться к этому я либо не смогу, либо мне потребуется какое-то просто невероятное количество сил, времени, энергоресурса, чтобы выйти снова на этот уровень. И вот в какие-то периоды жизни, когда тяжело, я понимаю, что для меня служит мотивация – это именно просто поддержание. Я говорю себе просто, иди, просто подвигайся. Не надо там ничего тренировать, развивать. Просто двигайся, просто сохрани вот в этот период, когда ничего делать не хочется. Просто сохрани движение. Погуляй, поплавай, то есть все что угодно. Потому что, говорю, потом вернуться к тому уровню, который есть, ну, очень тяжело. Это просто, чтобы его сохранить. Вот, наверное, так вот из всех. Что касаемо стресса соревновательного. Давай. Да. Тоже, говорю, я с юных лет в спорте и переживал многие переживания, переживал переживания, да, еще с юных лет. Мне очень помог однажды совет тренера, ну, моего друга в обычной жизни и моего соперника на лыжне. Это была его тренер Нина Санна. Она сказала мне: выходи на соревнования как на тренировку. То есть ты на тренировке делаешь хорошо, выходя на старт, ты не можешь себе показать. Выходи просто как на тренировку. Просто выйди. Дальше, там, спустя минуту, 2, 3, 5, тебя захватит эта эмоциональная волна. Ты пойдешь хреначить и бежать этот старт в полную, как ты умеешь. Но именно выйди как на тренировку. Это был мой первый такой этап, мое первое открытие. И какой-то довольно долгий период времени я выходил на старт именно в таком состоянии. Сейчас, буквально вот с недавних пор, я понимаю, что чтобы бежать на топовом уровне, мне этого не хватает. И мне нужно себя уже настраивать до такой степени, но это прям уже такая довольно глубокая проработка, требующая порой работы с психологом. Работа, в которой ты настраиваешь на старт, как на, не знаю даже, что это сравнить, на бой насмерть. Ты выходишь просто убивать, ну, фигурально говоря. То есть на какие-то важные старты я себя настраиваю уже именно в таком ключе. И здесь не должно быть сомнений. Здесь ты должен в голове прокрутить все действия, всю трассу, все то, что тебя ждет. Для тебя это не должно быть чем-то новым, необычным. Должно быть все то, что ты уже, по сути, ожидаешь увидеть. Я полностью исключаю
всю эмоциональную составляющую из головы. Но это как бы это работа не для начинающих спортсменов. Для начала я бы все-таки остался бы вот с той историей, что это просто тренировка, просто выйди и кайфуй. Не надо заморачиваться там по поводу вот этих там секунд, доли секунд. Просто начните получать удовольствие от процесса. И тогда не придется заставлять себя ходить на тренировку и как-то терпеть. А за последний год какие достижения были, где участвовал, что запомнилось? Ну, более-менее. Последний год у меня, наверное, такой был самый удачный в плане международной арены. Ровно год назад я выиграл бронзовую медаль чемпионата Европы. Затем я выиграл чемпионат мира, чему я очень рад, чем я очень горжусь, потому что я сделал это первый и пока единственный, кто сделал это вообще из нашей страны. Дальше были тоже международные старты. Там я не был в призах. Зима тоже прошла как бы так, без особых подвигов. И вот на днях чемпионат России. Поэтому, ну, стартов не супер много. Для себя выделяю все равно какие-то больше. Есть, скажем так, старты приоритетные, есть те, которые просто проходящие, они как подводящие. Поэтому подводящие старты я даже не особо запоминаю, к сожалению. Или к счастью, не знаю даже. Я прохожу дальше просто как, воспринимаю, наверное, больше как данное. И это служит для меня мотивацией, служит некой поддержкой на будущее, формируя мою уверенность как раз на те самые вот важные топовые старты, к которым я готовлюсь прежде всего. Поэтому это да, это Европа, это мир, это чемпионат России. Дай совет новичкам, которые вот сейчас делают первые шаги в трейл-раннинге, как им сохранить мотивацию, как продолжить этим заниматься и вообще вот какие ты бы мысли хотел бы свои передать им? Слушай, ну, конечно, понимаю, там можно уходить в какие-то дебри в плане экипировки, тренировочного процесса, но я бы, наверное, во главе всего поставил все-таки именно удовольствие от процесса. Найти для себя то, что вам в этом нравится, то, что вас сюда привело, во-первых. Надо понимать, что вы же в трейл-раннинг пришли не просто так. Вас что-то здесь зацепило. Вот, и мне кажется, надо вот эту штуку развивать. Надо развивать любовь к тому, что вас сюда привело. Надо смотреть по сторонам. Возможно, искать какие-то новые для себя моменты, элементы того, что может понравиться. Как бы, придя в трейл-раннинг, допустим, наш равнинный, подмосковный, вы можете любить природу. Выходя на следующий этап, вы можете поехать в горы. Мне кажется, это та среда, которая... но никого не оставляет равнодушной. И только ради этого можно любить трейл, можно любить горные лыжи, можно любить скиальпинизм, как виды активности, которые тебе позволяют наблюдать, позволяют существовать именно в тех условиях, которые ты любишь. Расскажи о трудностях. Какие самые тяжелые времена были в твоей спортивной карьере? Может быть, какие-то сложные соревнования? Может, в каком-то болезненном состоянии выходил на старт, может быть, где-то замерзал, может, где-то наоборот было жарко. Самое сложное, наверное, когда все-таки у нас какие-то погодные условия нас начинают поджимать. Это холод, это какой-нибудь дождь, это снег. Вспоминая старт, который меня в какой-то степени сформировал, меня оставил в гонках с препятствиями. Вот это был командный старт гонки героев 16 года. Не знаю почему, но вот именно он меня засел, наверное, прям очень глубоко. И те ребята, с кем я бежал, это прям действительно, я в восхищении и от них, от нашей командной работы. Потому что в тех условиях это был жуткий холод. Это было примерно, наверное, градусов 4-5 плюс. Это было 20 километров там дистанции с огромным количеством воды. Мы ползли, плыли, ковырялись в этой грязи, лужах. То есть я знаю, что очень много людей с того старта поснималось и просто из-за переохлаждения. Вот, поэтому гонка героев 16 года – это раз. Очень крутой опыт был на чемпионате мира по Spartan Race в Калифорнии, на озере Тахо. Тоже мы приехали, была солнечная погода, идеальная, но буквально за пару дней до старта погода начала портиться, и буквально утром, точнее в ночь и утром начал валить снег.
Все те водные препятствия, которые у нас были, они замерзли. Просто. И нам предстояло еще купание в реке, ой, в озере, наверху. И тоже, я говорю, это прям такое, говорю, испытание для меня было, после которого я, пожалуй, стал довольно спокойно относиться к холодной воде в целом. То есть я уже не боюсь, и для меня тоже стала такая норма, ну, холодно и холодно, окей. Вот, поэтому. И, наверное, третий старт, который я могу назвать, это вот буквально в ноябре месяце прошлого года, тоже в Калифорнии, мне пришлось бежать с температурой. Температура там, я даже не измерял ее до старта специально, чтобы не знать, чтобы потом себя не накручивать, не жалеть. После финиша она там была 37,5 примерно. Тоже было непросто, конечно. Вот, наверное, такие старты, которые, наверное, больше всего мне запомнились в плане какого-то преодоления и терпешки. А были ли у тебя такие моменты, когда ты хотел все бросить и отказаться от соревнований и заниматься спортом просто для себя, а не готовиться к каким-то свершениям, там, чтобы вот прям побеждать и так далее? Сейчас ты говорил, я вспомнил как раз чемпионат России по скиальпинизму. И, наверное, помнишь, как этот спуск, который называется полуфинал на Эльбрусе. Ну, нет, просто именно спуск, просто мы шли его наверх. Я человек, который боится высоты, чтобы ты понимал. И там вот такая херня крутая. И нужно было по ней траверсом идти. У тебя проваливаются палки, то есть ты даже если начинаешь падать в сторону склона, ты не можешь опереться, потому что у тебя палка уходит в себя полностью. И вот я иду, так вот краем глаза смотрю туда, думаю, вашу мать. В общем, я просто помню, что я шел, вот, грубо говоря, слева склон, я просто втыкался вот так вот глазами в камень какой-нибудь, чтобы не смотреть туда. Я шел просто таким вот образом, чтобы не видеть то, куда нужно ехать. Ну, потом уже нужно будет ехать. Или то, откуда мы поднимаемся. Я постоянно, я боюсь высоты, и у нас в гонках даже есть препятствие, с которым мы там прыгаем в воду. И раньше это было 3 метра, и мне было страшно прыгать с 3 метров. Я там, ну, как-то научился перебарывать себя и делать это просто, пока мозг не начинает паниковать, пока он не начинает думать, где ты находишься и что от него требуется. Ты просто прыгаешь, потому что, типа, разберешься. Потом сделали 5 метров. Но пока схема работает. Ты поднимаешь, ты просто прыгаешь, потому что думаешь, а, нет, куда? Плюх, все. Уже думаешь, ладно, поздно паниковать, надо дальше идти. И вот, я для себя принял такую схему, что надо просто, вот, пока мозг не понял, куда его завели, надо делать, надо двигаться дальше. А тогда бывают моментики, когда прям сыкотно. А как ты не падаешь духом, когда идет что-то не так? Например, когда ты в гонке споткнулся где-то, упал как-то, может быть, где-то замерз или получил какую-то маленькую травму. Как ты психологически с этим справляешься? По-разному, наверное, знаешь, бывает, что я делаю просто по привычке. Мне не приходится себя как-то заставлять. Я просто знаю, что это надо сделать. И потом уже, типа, знаешь, потом разберемся. То есть ты просто иди, просто вставай и беги. А для чего и почему, уже все потом, по ходу дела, поймешь. Иногда такая схема работает. Иногда приходится вспоминать, ради чего ты здесь. Какая была твоя цель, какая была твоя задача, сколько там километров, метров, часов была пахана, отработана накануне и вообще за всю жизнь. Иногда я просто себе даже, наверное, вот это именно чаще всего я делаю, что я просто говорю себе просто вперед, вперед, вперед. Ну, то есть там бывает матом. Вот, то есть, знаешь, как мантру просто. Еще, еще, еще. То есть какие-то такие вещи, наверное, как-то я больше за них цепляюсь в такие моменты сложные. Я понимаю, что нужно работать до конца. То есть еще, опять же, вот учитывая опыт, я понимаю, что ничего не решено. То есть все еще может измениться. И какими-то такими вот разговорами сам с собой получается, ну, знаешь, наверное, каждый по ходу дела, каждый нарабатывая
там, свой опыт стартов, находит для себя какие-то вещи, которые его действительно мотивируют. Для кого-то это будут дети, для кого-то это будет там, любимая девушка, жена, родители. Это может быть действительно там, тот объем работы, который человек там, вложил в это дело. То есть именно то, что его будет триггерить, то, что его будет цеплять эмоционально, то, что его будет заводить, двигаться дальше. Вот за эти вещи надо цепляться. Что в планах? Какие маршруты, какие вершины, какие соревнования, куда поедешь, вообще что хочешь дальше делать и какие планы на будущее? Хотел поехать на Европу, но сижу тут с тобой. Чему, конечно, я тоже очень рад. Чемпионат Европы, да, он стартует у нас уже завтра. Вот, но не в этом году. Поэтому из ближайшего это гонка на Эльбрусе. Это, возможно, как такая туристическая поездка на Гавайи. И там уже в тех же краях чемпионат мира Коста-Рика. Это по какому? Это гонки с препятствиями. Вот. Это мой приоритет прямо на этот год. И с учетом того, что меня сейчас не пустили на Европу, я буду бомбить прямо туда. И буду там разносить просто... Все и всех, нахрен. Может, на чемпионат мира это прикольнее, чем чемпионат Европы. Да, но как бы, меня сейчас именно в моей табличке там, титулов именно Европы не хватает. Ты чемпион мира, да? Ну, он уже есть, как бы, да, поэтому теперь нужно... Не, мир, конечно, тоже важен. Мир тоже важен, я хочу все-таки показать, что это была не случайность, а то и доказать, что... Что я здесь всерьез надолго. Слушай, у меня сейчас в голове сидит еще одна гонка, которая была этой зимой, на которой я загорелся, но спустя там пару недель понял, что нет, не в этот раз. Этой зимой она была в Саудовской Аравии, где она будет зимой следующей, то есть будущей, я пока не знаю, пока еще не анонсировали, но это... 8-часовая гонка с препятствиями. То есть ты бежишь 80 часов, должен пробежать максимальное количество кругов, то есть километров. Вот, и там очень классные призовые, что для меня служит хорошей мотивацией. Поэтому вот на эту зиму я хочу попробовать туда еще влезть. Какие планируешь навыки в ближайшем будущем развить? Может быть, что-то не хватает в тренировочном процессе, либо ловкости, там еще что-то? Ближе к осени я буду добавлять объемы. Опять же, ну, помятуя о этом старте, буду добавлять именно беговых объемов, буду совершенствовать свои технические навыки в плане прохождения препятствий, в плане, ну, в целом усиления хвата, усиления общей физической подготовки, специальной физической подготовки. Вот, то есть в целом есть некие нюансы в плане развития силы, развития выносливости, над которыми я хотел бы еще поработать. Расскажи об окружении. А ты тренируешься один или с кем-то? Нужен ли тебе партнер? Кто является твоим партнером? Либо ты всегда занимаешься один? Я вот, например, не могу заниматься спортом один, потому что за мной надо следить, чтобы меня там лавиной не накрыло. И вообще там кататься в горах одному нельзя. Ну, друзья, ребята есть, но я процентов, наверное, 90-95 я тренируюсь один. Мне проще самому... в удобное для меня время побегать то, куда я хочу и что я хочу, в комфортной для меня интенсивности. То есть я могу, говорю, выйти делать одно, вот так вот поменять, пойти делать другое. Поэтому я люблю бегать один, и тогда, когда я захочу, когда мне будет комфортно. На какие-то серьезные работы, такие интенсивные, мы сейчас иногда проговариваем, там, договариваемся, собираемся делать что-то, чтобы сделать это, ну, вместе. Это как-то подстегивает. У тебя появляется новый раздражитель. Не только ты сам, а еще и со стороны. Все-таки в борьбе появляется шанс добиться чего-то больше результата и больше выжить из себя. Поэтому сейчас иногда начал на такие тренировки выбираться с ребятами. А так, на самом деле, я всегда один. И когда не было таких вот тренировок, где мы собираемся, я просто использовал соревнования
как тренировку. А давай вот расскажем, какую роль играет все-таки то комьюнити, когда вот вы на соревнованиях или еще где-то, когда вы вместе встречаетесь, иногда даже кто-то сильнее тебя встречается, и вы бегаете вместе или чем-то занимаетесь, там, например, гонки с препятствиями или ски-альпинизм. Расскажи, вот насколько важны эти люди, которые вокруг тебя? Нет, слушай, это важно, это очень нужно, это необходимо. Потому что те люди, с кем ты тренируешься, в идеале для тебя, они должны быть сильнее. Потому что ты всегда должен стремиться. Либо как минимум они должны быть на уровне и в каких-то компонентах сильнее тебя. Потому что здесь действительно, как ты сейчас привел пример со скалой, которую прыгаешь. Эти ребята, они, может быть, там твоего уровня. Но вот этот элемент они делают круче. И они показали тебе, что вот так можно. И я такой, блин, а почему бы нет? То есть, значит, я могу это сделать. Потому что когда ты видишь сам, тебе кажется, что это небезопасно, это страшно, это нереально. Пока ты не увидишь своими глазами, что это возможно. И как раз такие люди вокруг себя, и чем их больше, тем лучше, могут показать тебе, донести, что это реально, это возможно. Если я это сделал, значит, и ты это сделаешь. Вот, поэтому окружение, конечно же, оно формирует тебя. Другой вопрос, что да, таких людей сложно найти. И в этом, наверное, их ценность. А как ты видишь вот в будущем развитие трейл-раннинга, ски-альпинизма вот в наше такое интересное время? Что будет дальше? Как бы куда двигаться нам? Я думаю, что все в наших руках, все в наших силах. И можно, да, там ждать чего-то, каких-то подарков, каких-то крутых ивентов от организаторов, но они все их делают для нас. Поэтому если мы не будем заниматься, тренироваться, получать удовольствие от процесса, от этих стартов, не находить в них что-то хорошее, а искать везде какой-то негатив, то это явно не приведет к успеху. Как бы круто, как бы хорошо они это не организовывали. Поэтому я считаю, что как бы каждый из нас способен и может принести свою лепту в развитие и трейл-раннинга, и в целом спорта. На своем примере, на формировании себя и той окружающей среды, которая нас окружает. Вот, поэтому я думаю, что через себя, прежде всего, мы должны это делать. И только так мы это будем развивать и продвигать, популяризировать. Через любовь, через удовольствие от процесса. Ты в спорте работаешь или только занимаешься массажем, либо еще чем-то? Я работаю с теми, кто упоролся в спорте, или кто, наоборот, до него не добрался. Я их пытаюсь туда подпихивать, чтобы они подвигались. Вот. Ну, в принципе, я тренировал. Я работал с детишками немного. Я работал со взрослыми немного. Но понял, что для меня все-таки ближе такая деятельность, массаж. Я по сей день иногда провожу какие-то индивидуальные тренировки. Ну, опять же, в рамках, скажем так, комфортного режима. То есть, пока мне в кайф побегать с человеком, провести тренировку, пока я получаю от этого удовольствие, я за. Я в теме. Я не буду брать что-то больше, потому что я считаю, что лучше не сделать, чем сделать плохо. Как можно за тобой следить, что ведешь, какие социальные сети? Инстаграм, Страва, вообще Garmin Connect. У меня, конечно, так себе пользователь. Но когда меня отмечают, я с удовольствием делаю репосты. Иногда даже сам что-то выкладываю, если вдохновение меня посещает. Не часто, но бывает. Поэтому Инстаграм, я думаю, там где-нибудь мы прилепим. Также Страва. Вот, поэтому следите, подписывайтесь. Если будут какие-то вопросы, пишите.
С удовольствием постараюсь ответить. Могу тупить, тормозить, но в итоге доберусь до вас. А твои близкие тебя поддерживают? Смотрят ли твои соревнования или там смотрят стартовые протоколы или что-то в этом духе? Потому что мои прям смотрят трансляции и говорят там, о, вот ты 8-е место занял. Я говорю, да не, наверное, 7-е. И поэтому я чувствую такую поддержку от родных и близких людей. А вот как ты? Чувствуешь ли ты поддержку от близких людей? Слушай, меня, наверное, поддерживают даже порой больше и лучше, чем я сам себя. То есть даже в какие-то моменты вот того там самой компании, о которой я говорил, даже в такие моменты они всегда рядом, они всегда напоминают о том пути, который я прошел, о том, что я уже смог, о том, то, чего я достиг, чтобы я вспоминал это и тем самым вылезал из тех моментов, когда мне тяжело. Поэтому они всегда за, они всегда следят за тем, где я, что я в плане соревнований. Они даже там знают, наверное, всех ребят, с кем я соперничаю. А мама подписана на всех, потому что, опять же, с моим ведением соцсетей шансов увидеть мои какие-то посты у меня на странице довольно немного. Поэтому она мониторит их по всем моим друзьям, всех, с кем я катаюсь, с кем я тренируюсь. Вот, поэтому, знаю действительно, протоколы всех ребят, с кем бегаю, где, куда, чего и как, рельеф, там, трасса, то есть они действительно прям погружены вот в мое увлечение порой чуть не больше, чем я. Такой интересный вопрос. А что ты считаешь самым главным достижением в жизни, которое не связано со спортом? Я сейчас начал говорить, я понял, наверное, что чем я горжусь, тем, что мне удалось выстроить свою жизнь так, что я получаю от нее удовольствие. Я не стрессую, я не переживаю, и в целом мне удается кайфовать от каждого ее момента. Да. Наверное, вот в этом моя гордость, что я... Меня окружают люди, те, которые мне комфортны. Меня окружает обстановка та, которая мне комфортна. Я живу в месте, где мне кайф. Я бываю в тех местах, где мне круто и кайфово, приятно. И, блин, я не парюсь, наверное, практически ни почему. И вот, наверное, за этим я горжусь. Мне просто вот в кайф быть, в кайф жить. Я ложусь спать, я не переживаю ни о чем, по сути. Ну, глобально, знаешь, какие-то, не знаю, господи. То есть какие-то мелочи есть, но они такие мелочи, такая ерунда, все по факту, прям все круто. Я, наверное, горжусь тем, что я смог выстроить свою жизнь так, что вот сидя здесь, сидя сейчас, могу об этом говорить. Спасибо, Егор, за интервью. А вы подписывайтесь на канал Альпиндустрия, ставьте лайки, а в комментариях напишите, какое ваше главное достижение, не связанное со спортом.